Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня вновь в эфире наша программа «Правовой разворот». Сегодня поговорим о вопросах ЖКХ, а конкретно о том, как быть, если течет кровля дома многоквартирного. У нас сегодня эксперт Общероссийского народного фронта, как раз по площадке «Жилье и городская среда» Давид Макян. Давид, приветствуем. Что и как должен делать гражданин или сообщество жильцов, которые живут в доме, где протекает кровля? В первую очередь гражданин должен определить, кто несет ответственность за кровлю. Здесь два варианта. Это управляющая компания, соответственно, несет и кровлю, и все общее, отвечает за все общее имущество. Либо фонд капитального ремонта. Если дом проводился, капремонт в доме проводился, то есть был ремонт кровли по этой программе, то здесь отвечает с момента ремонта 5 лет фонд капремонта. Так, если ремонт кровли не проводился, капитальный ремонт кровли то отвечает эксплуатирующая организация. А это может быть либо управляющая компания, либо если управляющей компании нет, то тогда, соответственно, ТСЖ. Раз. Второе. Если ремонт кровли капитальный проводился, и еще с момента завершения капитального ремонта не прошло 5 лет, то отвечает фонд капитального ремонта. А если капитальный ремонт проводился и прошло 5 лет с момента, то опять эксплуатирующая организация. Да. Вот это важная вещь. Потому что граждане не знают, как разграничить, и получается, они стреляют мимо цели, да? А это временный затрат, а кровля течет. Да, как правило, вот если проводился капремонт, люди обращаются в управляющую компанию, тратится почти 30 дней для того, чтобы управляющая компания ответила жильцу там, в течение 30 дней, что это не мы, это фонд капремонта. То есть 30 дней уже потеряно, кровля течет, имущество, скажем так, терпит ущерб. Поэтому надо правильно здесь понимать, куда идти. Я бы вот такой человек, что я бы написал и фонд капремонта на всякий случай одновременно, в два адреса, да? Разнобой, может быть, и в эксплуатирующую организацию. Да. Ну, в любом случае... В любом случае куда-то попадешь, правильно? Да, и в любом случае в эксплуатирующую организацию надо писать для составления акта о протечке, для того, чтобы пришел специалист от управляющей компании, эксплуатирующей организации, и составили акт о протечке, в котором указывается, кто собственник, причина течи, какой ущерб нанесен жильцу. Это должно сделать либо ТСЖ, либо УК, в зависимости от того, кто эксплуатирует дом. Либо, если в течение 12 часов, у нас по закону, в течение 12 часов управляющая компания должна отреагировать и явиться к жильцу для составления этого акта. А в течение 24 часов должна устранить течь, ну, либо заделать там кровлю. Угу. Это те неотложные меры, которые обязаны в кратчайшие сроки устраняться. Так, у меня вопрос. Вот я сижу дома, и вдруг, допустим, живу я на 9-м этаже, 9-этажке. Так. И вдруг у меня пошла вода. Пошла вода. Какие мои конкретные действия? Сейчас фонд капремонта или что-то еще, меня пока это у меня вторично. Да. Я вдруг вижу, что мой натяжной потолок начинает вот так провисать. Какие мои первые правильные действия, и не только насчет связи с управляющей компанией или ТСЖ, но и с точки зрения фиксации начала этого безобразия, от которых отчитываются, вот сейчас очень важно, если сказали насчет 12 часов и 24 часов, как фиксировать? Вы правильно тоже сказали по поводу фиксации. Обязательно, в первую очередь, надо позвонить в диспетчерскую службу, зафиксировать звонок, время, попросить... Диспетчер должен зафиксировать звонок и номер присвоить. То есть попросить номер, входящий, какой был там номер, дата, время. Соответственно, самому зафиксировать течь, пригласить двух свидетелей, соседей желательно. Двух свидетелей, да. Так. Время акт желательно. Акт составить свой. Если в течение 12 простым, часов. Не, а вот да, я бы так, это же все учитывается в том суде, да, в конечном итоге. Да, настоящим составлен акт, что с такого-то, такого-то мы как свидетели свидетельствуют о том, что с потолка у такого-то, собственника, да,
Правильно же так сделать? Да, да, да. И дата, подпись, время, время, дата, подпись. Да. Все это у нас уже юридически. И обязательно ущерб, какой все-таки был нанесен. На первый взгляд. Ну, описание. Первый, конечно, описание. Да. Не в ценах, а описание ущерба. Да, то есть фотки. Да, влажность пола, там, стен, потеки, там, я не знаю, по шкафу, либо еще как-то. Соседи расписались, я расписался, фотографии есть, фиксации есть. Что, если что, в акте пишут, желательно что на фотографиях дозвонились до диспетчерской, да, службы тогда-то, разговаривали с тем-то. Либо второй вариант. Да. Не дозвонились, звонили 16 раз, не дозвонились. Не дозвонились. Этого достаточно для первички все-таки? Конечно. Это самое главное, вот это составить акт. Это в первую очередь. Так. Это и для суда, и для жилищной инспекции, если управляющая компания вовремя не реагирует и в указанные сроки. Это же реально беда, это неприятно, это затраты, это деньги, это твое жилье, моя крепость превращается конечно, в моросящую. Плюс какую-то. Люди бывают разного социального уровня, бывают незащищенные, незащищенные граждане, там, инвалиды, пенсионеры, без, скажем так, детей кто-то, да, кому нужна помощь. Поэтому, конечно, безобразие. Давайте скажем управляющим компаниям, не надо в этом вопросе динамить. Тем более, что правовые перспективы не в вашу пользу в этом смысле, правильно? Не в пользу управляющих компаний. Взыскивается? Конечно, взыскивается. Плюс здесь работает закон о защите прав потребителей. Ага. Да, и здесь еще взыскивается штраф в размере 50%. Да. Я почему закричал, ага. То да. есть здесь применим закон о защите прав потребителей. Конечно, и госпошлина в суд не оплачивается. Также взыскивается, ну, помимо материального ущерба, который нанесен в случае течи, и моральный ущерб. То есть суды взыскивают. Также взыскиваются на услуги юриста, адвоката. Все это в конечном итоге с управляющей компанией взыскивается. Все с управляющей компанией. А у них деньги есть. Очень тогда вы сказали, давайте вернемся, в течение 12 часов с момента выявления факта протечки, что они должны сделать? Составить акт о протечке. Свой, да? Свой акт. А в течение 24 с момента начала что они должны сделать? Устранить течь. Устранить течь. Можно ли этот приказ госстроя найти в интернете, в браузере, да, забив пальцами, например, устранение срока течи кровли, да? Да. Приказ госстроя 2003 года. Третьего года. Да. Все верно, выдаст табличку, в котором расписаны все сроки, начиная там, от часа. Это, например, если общедомовой стояк лопнул, да, это экстренно, то есть люди должны... То есть там не только о кровле? Не только о кровле. Там это вообще все, о всех кратчайшие видах. Сроки, которые указаны в Гражданском кодексе, разумные, кратчайшие сроки, которые должны устраняться. Мощно. Оказывается, все отрегулировано? Все отрегулировано, все работает. И практика судебная уже выстроена давно. А вот это интересно. Вы активно этим занимаетесь, в том числе в интересах граждан по линии Народного фронта, да? Верно. Вот расскажите, кейсы, результаты, эффекты. То есть, потому что некоторые люди говорят, а, безнадежно, там все равно правда не найдешь. А на самом деле как раз в этой сфере практически 100% находишь. 100%. Потому что суды становятся-то на сторону. На сторону жителей, да, жителей, потребителей. Единственное, конечно, мы в начале передачи сказали, что нужно правильно определить, кто все-таки отвечает за кровлю. Только при, скажем так, правильном нахождении от эксплуатации, ответственной стороны, да. Все остальное пойдет как по полочкам. Нашли, определили, попали в десятку. Дальше что? Да, мы должны соблюдать досудебный порядок, направить претензию. То есть сразу суд нельзя? Сразу суд нельзя. Надо, так, может быть, управляющая компания, либо фонд капремонта пойдет нам навстречу и добровольно возместит ущерб. Так. Главное, чтобы процессуально предусмотрен сначала досудебный порядок. Да. То есть претензия. То есть претензия. К претензии мы должны приложить уже оценку экспертной организации того ущерба, который нанесен течью кровли, так, имущества. Где эту организацию взять? Их много, в интернете полно экспертных организаций. Здесь лицензия не нужна? Здесь у этой организации нужна лицензия. Тут, наверное, больше специалиста. Лицензия специалиста, который включен в СРО. Есть дипломы об образовании именно оценочных мероприятий.
То есть это очень важно, потому что можно кого-то не того нанять и просто сделать бумагу, да? Ни о чем, которая не будет принята. Которая будет правильная, но не надлежащим субъектом, да? Правильно. Должны приложены быть дипломы. Это делает специалист. Это делает специалист. Который как называется? Эксперт-оценщик. Эксперт-оценщик. Он состоит в экспертной организации СРО, саморегулируемой, да. Да, организации. У него есть что? Лицензия или что? Во-первых, вот этот бланк СРО о том, что он вступил в эту организацию, либо он, либо какая-то ООО, в которой он состоит. И они, кстати, должны быть в реестре этого СРО. В реестре. На сайте, да? Так. Вот как раз этот бланк и показывает, что они состоят в этом реестре. СРО – это саморегулируемая организация, в данном случае оценщиков. Оценщиков, да. Так. И, соответственно, диплом об образовании именно оценщика. В сфере оценки. В сфере оценки, да. Так, все, он то есть житель нашел такого человека. Нашел такого человека. Тот составил заключение, посчитал там денежка, да? Посчитал. Прежде чем посчитал, обязан вызвать управляющую компанию либо фонд капремонта на осмотр квартиры для составления вот этого ущерба. Это вместе делается со специалистом вот этим вот специалист экспертом? Специалист сам. А, сам специалист. Сам обязан специалист или экспертная организация вызвать на какую-то дату, на какое-то время представителей, скажем так, виновника течи. Так. Вот. Это уже часть его профессиональной деятельности. Это уже это обязанность, да. Ну, было бы хорошо, чтобы жилец проконтролировал или напомнил оценщику, чтобы он пригласил обязательно, это прикладывается это письмо в заключение экспертное о том, что был вызов. А там, что они придут или не придут, это уже ответственность на там, управляющий либо фонд капремонта. Далее составляется вот эта оценка, ущерб. То, что было зафиксировано при акте, может быть, какие-то глубокие повреждения, там шкаф набух через пару дней, там пол набух через пару дней, потому что в момент акта может это не выявиться. То есть оценщик более глубоко оценит ущерб. Вместе с претензией направляется вот эта оценка. Ждем 30 дней. Лучше отправлять заказным с уведомлением, да? Да. И далее по истечении 30-дневного срока какие-то должны были быть совершены действия эксплуатирующей организации, да. Либо фондом капремонта, в зависимости от распределения, да, полномочий. Если нет, тогда что? Тогда подаем иск в суд, где мы просим возместить ущерб. Раз. Починить кровлю. На основании вот этого заключения специалиста. На основании акта, в первую очередь, который составили грамотно, да, об утечке. Плюс оценка. Так, если мы помним, если УК уклонилась от составления акта, то тогда пригодится наше описание и оценка. Описание с двумя соседями. С двумя соседями, да. Да, и оценка. Оценка. В любом случае плюс фактура будет принята. Плюс фото-видеоматериал, который мы засняли. Здесь все судом принимается. Все судом принимается. Так. Также просим компенсацию 50% штрафа от ущерба. Плюс моральный вред, можно просить оплату оценочной организации, которую мы оплатили. Юридические услуги, если привлекается юрист, адвокат. И, как правило, суды идут навстречу жильцам. Спасибо, на этом пока завершаем. Пока мы еще будем возвращаться к этой теме. Давид, спасибо. И вам спасибо. До свидания. До свидания. До свидания, дорогие зрители.